меньше, чем за полчаса. Она в создании передачи помогает вам гать Дэнди. Привет, дорогие телезрители! Мы так рады вас видеть, мы так по вам соскучились, потому что приготовили такое огромное количество новинок. Так что прежде чем начать смотреть нашу передачу, просыпайтесь поскорее. Привяжитесь к столу, уберите с подруг все колюще-режущие предметы. Повесьте Андрею табличку, не входите, идет мир Дэнди. Делайте звук на полную катушку. Доброе утро. Три армии. В игру, о которой вы сейчас узнаете, мы играли и на Сеге, и на PC. Да где мы в нее только не играли? На Sony не играли. Артур, ты что, мне подкалывать вздумал? Да нет. Мы в нее сейчас поиграем. Кстати, кто не понял, это мы о Дюне 2000 толкуем. Базара нет. Нету. И несущие зло Харконнены. Свое знание о компьютерах и приставках. И вот, значит, купил я себе Сегу, накопив на эту приставку в поте лица. Но самое интересное, сразу глазами бросилась стратегия Дюна. А как я в нее играл, просто с утра до вечера не просыхая. Но потом все это угасло и появилась Sony. Про Дюну не было слышно абсолютно ничего, я уже начал унывать. И вот, спустя долгое время, когда я уже не находил смысла в жизни, появилась Дюна 2000 на Sony PlayStation. Моей радости не было границ. Мало того, что я наконец получил то, что хотел, так я же получил еще больше. Можно сказать, я дождался продолжения Дюны. Она стала трехмерной и наполненной кучами новшеств. Я просто впился своими руками в джойстик и начал играть. Я строил, выстраивал, готовил армию, между прочим, играл исключительно Харконнами. Но я отбился от темы. Так вот, сделав армию на свое усмотрение, я пошел на врага. Тут началось самое интересное, что мне нравится в стратегии — битва. Взрывы, стрельба, крики, насилие. Мне уже самому становится страшно, и меня добивает ощущение, будто я какой-то монстр, жаждущий крови. Да, надо будет врача посетить на неделю. В общем, Дюна 2000 — это нечто и что-то. Здесь вы найдете все от стратегии, и я советую всем фанатам не упускать Дюну, потому что это просто супер. Что такое фингерборд? Следующая игра, о которой мы сейчас вам поведаем, переплюнула всех своих собратьев в жанре двухподобных, шпионских и суперинтересных игр. Меня терзают смутные сомнения. Уж не хочешь ли ты сказать, что появилась такая игра? Артур, я слов на ветер не бросаю. Ведь это Medal of Honor. Что ж, от медали за отвагу я не откажусь. Сейчас наступает миллениум. И в моде стало будущее и прошлое. Medal of Honor модная тем, что она содержит в себе прошлое. И вам, как геймеру, предстоит участвовать в Великой Отечественной войне. Почувствовать всю силу самого лучшего батя этих времен. Вы играете за лейтенанта Паттерсона. Вас посылают на всевозможные задания, которые содержат реально существовавшие объекты. Ну, к примеру, пушка Грета, форт Шмерсон. Все это вам надо уничтожить. Одним словом, выплеснуть все зло на неприятеля Флиппа. А это так весело. К примеру, палить в ногу, потом в шлем, выбив противника из строя. И в конце концов, в голову. Кстати, в игре около 10 видов оружия. Самое смешное — это граната. Вы кидаете ее очередного немца, а он, такой сякой хитрый фашист, может без проблем послать ее назад. С фразой: «Эй, чувак, забыл свой ананас, кушай на здоровье!» А вы скажете в ответ: «Да нет, спасибо, мистер, я уже пообедал». А так вам придется побродить по просторам Германии. Но в ваших замыслах будет не только убийство, но и шпионаж. Но не вздумайте вытаскивать пистолет без нужды, то придется показать документ. А зачем вам, собственно говоря, делать лишнее движение? Медаль за отвагу стоит этих свеч. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательный. Вы мечтаете о новой приставке, например, о Sony PlayStation, но совершенно не знаете, куда деть старую, а тем более груду устаревших игр. В магазине Роллспорт вы сможете обменять старую приставку на новую. А старые игры на новые. Обмен только в магазине Роллспорт. И не забудьте, обмен только до 20 декабря. Пишите. Ее возвращение ждали. На нее молились сотни тысяч геймеров. И нас. О, Том Брайдер. И вот,
она появилась. Tomb Raider, Last Revelation. В магазине Roll Sport. Бегите! Tomb Raider 4. Сколько лет, сколько зим. Настоящий подарок геймерам к Новому году. Новый движок, новые возможности, головоломки и интерес. Огромные пространства и детализируемые уровни, напичканные множеством ловушек. Новый Tomb Raider в магазине Roll Sport. Это что-то. Бросайте все и играйте. Новинки игрового мира. Отвлечемся от PlayStation и поговорим о будущем, о Dreamcast, а конкретно о игре Virtual Fighter 3, не уступающей даже Tekken. Джеймс Бонд. Завтра никогда не умрет. С этими словами мы вставляем диск приставку. Лихорадочно нажимая кнопку старт, даже не подозревая, что нас ждет. Tomorrow never die. Завтра никогда не умрет. Сказать эти слова, Джеймс Бонд, агент 007, зарядил свой пистолет, рассувал по карманам разные шпионские штучки и перепрыгнул с экрана телевизора на PlayStation. Бедняга. Он хотел спасти мир. Наивный даже не подозревал, что станет лишь орудием в руках геймеров, пешкой в большой игре, короли в которой мальчики с джойстиками. Именно они покажут, на что способны. Как вы догадались, игра сделана по одноименному фильму, в точности повторяя его сюжет. Начинается игра на русской базе, заканчивается на секретном корабле, но между ними Бонду придется побывать еще во многих местах, обездвижить кучу противников и сделать еще многое-многое другое. Не запомните, главное умение агента — это невидимость.
принципе, вы можете с автоматом наперевес бегать по вражеской базе и при каждой очереди кричать «За английскую королеву!» Но это будет проблематично, да и потом не хватит. Гораздо проще красться, прятаться и снимать одиночные жертвы из снайперской винтовки или точными пистолетными выстрелами в затылок. Но в принципе это не обязательно. Можно ранить противника в руки, в ноги и в другие части тела. Сама игра очень навороченная, и помимо обычного передвижения на ногах, Джеймс покатается на лыжах, посидит за рулем машины, поплавает с аквалангом, в общем сделает все, что мы ему прикажем. Ну, а мы постараемся направить его по правильному пути. Спася мир, мы будем скромно стоять в стороне, смотря как агент 007 получает все почести. А потом будем ходить по друзьям и, разбираясь от гордости, рассказывать друзьям, как помогли самому Бонду, Джеймсу Бонду. Завтра никогда не умрет. С этими словами, геймер, загрузив новый диск, лихорадочно нажимает кнопочку «Старт» на джойстике и даже не подозревая, что его ждет. А теперь традиционная рубрика «Help». Супер новость для всех читеров, то есть для тех, кто пользуется секретами и кодами. В магазине RollSport появился взломщик кодов для Sony PlayStation, с помощью которого вы можете взломать любые коды для данной приставки. Ну а пока смотрите коды для игры Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never Dies. В игре во время паузы нажмите Select 00. Затем введите один из следующих кодов. Треугольник селек для 50 аптечек. L1, R1, R1. Все оружие. Селек 0. Конец миссии. L1 6 раз. Все заставки в опции Move. А также выбор миссии. Для этого на главном экране нажмите Select 00 L1 L1 0 L1 L1. Поиграйте в Джеймса Бонда. И вот наша передача опять заканчивается. И как всегда, мы не успели рассказать вам о всех новинках, которые есть в магазине RollSport. Но не беда, ровно через неделю смотрите нас и узнаете про остальные игры. Но если вам совсем не терпеж, то быстрее отвяжитесь от стола. Возьмите в руки все колющие и режущие предметы. Снимите с двери табличку «Не входить, идет мир Дэнди». Убавьте громкость. И скорее бегите в RollSport. Хорошего дня.